Полицейские задержали жителя республики, который напал на приезжую семью с ножом. Благо, обошлось без жертв, его вовремя успели остановить. Инцидент произошел накануне в Каспийске. Там 51-летний местный горожанин, находясь за рулем автомобиля, задел детскую коляску, в которой был ребенок. Отец малыша выразил возмущение в адрес водителя, на что получил угрозу о расправе. В ходе конфликта злоумышленник взялся за холодное оружие и двинулся в сторону оппонента.